Привет всем! Сегодня у нас на обзоре вот такие вот таблеточки Essentiale, производство Германия. Вот. Германия стоит 17 рублей 41 копейка, довольно-таки дорогие. Почему их решил посмотреть? Потому что видел ролики, где в таблетках пустые капсулы, то есть лекарство довольно-таки дорогое. Вот. И там зафасована пустышка. Я решил сегодня посмотреть свое эссенциале, что внутри у него. Давайте вместе посмотрим. Вот как раз есть одна таблеточка. Вот. Кто не знает, эссенциале это, ну, лекарство не только от печени. Фосфолипиды 300 мг. Ну и вообще влияет на весь обмен веществ. Вот сам я пью, потому что у меня есть аутоиммунный тиреоидит. Это когда иммунитет отрицательно относится к гормонам щитовидной железы. И щитовидка работает в холостую. Так вот, чтобы усваивать лучше собственные гормоны, пью вот эту вот штуку. Довольно-таки хорошо помогает. Вот, давайте сейчас посмотрим, что там внутри. Попробую снять шапочку и посмотреть. Одной рукой держу камеру, другой. А другой снимаю. Ну вот, как видите, легко снялось. И давайте посмотрим, что внутри. А внутри вот такая вот желеобразная масса, то есть не пустышка, не пустышка. Такая вот замечательная таблеточка. Кстати, вот эту вот шапочку я есть не буду. Это обычная пластмасска, которая нам не нужна. Вот. Значит, всем рекомендую, у кого проблемы с обменом веществ, попить эссенциале. Очень хорошо помогает от разных болезней. Будете себя чувствовать намного лучше, увеличится аппетит, настроение. Будете себя чувствовать лучше. Пьется по две таблетки три раза в день. Минимальный курс надо пить месяц. Максимально полгода. Вот, так что у меня эссенциале натуральное внутри есть. Пьем, лечимся. Всем пока.